Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь, как бороться с бородавками, родинками, пигментацией кожи. Несовершенства кожи могут доставлять много дискомфорта и рождать комплексы. Гормональный дисбаланс и изменение образа жизни являются наиболее частыми причинами таких болезней, как бородавки, пигментация, расширенные поры и родинки. Для устранения данных несовершенств ты можешь обратиться к косметическим и аптечным средствам. Однако мы советуем тебе обратить внимание на натуральные средства, которые вернут твоей коже красоту и здоровье. Конечно, как и перед любым лечением, тебе стоит обратиться к врачу, ведь часто кожные проблемы могут свидетельствовать о более серьезных нарушениях в организме. Бородавки. Вирус папилломы человека, ВПЧ, известен медикам давно. Именно он вызывает образование бородавок. Они представляют собой небольшие наросты на коже или слизистых оболочках. Наиболее распространенными способами решения этой проблемы является замораживание и применение салициловой кислоты. Но натуральные продукты справляются с бородавками не хуже. Протирай бородавку перед сном банановой кожурой. Делай это 2 недели или до тех пор, пока не исчезнет данный недостаток. Еще одно хорошее средство – свежий мед. Перед сном втирай немного меда в бородавку и обматывай это место бинтом. Срок лечения тот же, что и с бананом. Также бородавка пропадет при использовании чесночного сока. Натирай ее этим средством 2 раза в день в течение 2 недель и обматывай бинтом. Для экспресс-удаления бородавки тебе понадобится яблочный уксус. Смочи в нем кусочек ваты, приложи к наросту и обмотай бинтом на ночь. Утром процедуру повтори, и уже к вечеру ты будешь приятно удивлен. Ни в коем случае не сдирай бородавку. Также следует обратиться к врачу, если ты заметил странные процессы внутри нее, например, воспаление. Родинки. Есть родинки с рождения, есть приобретенные, есть плоские, а есть выпуклые. Перед тем, как приступить к удалению родинки, нужно обязательно проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы. И снова на помощь приходит чеснок. Чтобы предотвратить травмирование кожи, обмажь место вокруг родинки касторовым или любым другим маслом. Нанеси на родинку чесночный сок и наклей сверху пластырь. Держи пластырь на родинке 4 часа в день. Повторяй процедуру до полного избавления от проблемы. Также можешь смешать касторовое масло и соду в равных количествах. Нанеси полученную пасту на родинку и закрепи повязкой или пластырем. Делай это перед сном. Утром сними компресс и промой данную область водой. Пигментация. Пятна на коже могут быть возрастными, а могут появиться от чрезмерного пребывания на солнце. Чаще всего они проявляются на лице, плечах и руках. Самое известное средство данного недостатка – лимон. Просто смочи в его соке ватный диск и 2 раза в день протирай проблемные места. Еще один надежный помощник – алоэ. Наноси свежевыжатый сок этого растения на нужные участки минимум на 30 минут. Лучше всего делать на всю ночь. Также для избавления от пигментных пятен можешь смешать хрен и уксус в пропорции 1:1. Наноси полученную смесь на пораженный участок кожи каждый день на 15 минут до полного исчезновения проблемы. Только учти, что это средство не подходит для лица. Расширенные поры. Расширенные, забитые грязью поры всегда выглядят отталкивающе, особенно у людей, которые уже давно вышли из подросткового возраста. Для того, чтобы очистить поры и позволить коже дышать, необходимо делать распаривание. Для этого вскипяти воду с цветками ромашки, сними отвар с плиты и подержи лицо над паром. Только не наклоняйся слишком низко, чтобы не получить ожог. После этого нанеси на лицо яичный белок, чтобы сузить поры. После высыхания смой белок теплой водой и используй увлажняющий крем. Мы желаем тебе здоровья и вечной молодости. Напиши в комментариях, как ты борешься с недостатками кожи. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал и поделись полезной информацией со своими друзьями.